Друзья, приветствую. Появился у меня часок времени. Прибежал я на речку. Ну, сейчас уже вечер где-то. Часов 6-7. И, кстати, я хочу покидать 150-й воблер. Такого вот размера. И посмотреть, как будет реагировать щука на него. Июнь месяц. Посмотрим. Погнали. Я опять на той же ямке. И ловил уже здесь из протоки рыбку. Вот сейчас откидаю как раз вход в эту протоку из ямки, а потом в саму протоку кину. Посмотрим, выскочит ли еще что-нибудь оттуда. Вот так вот. Попал прям хорошее место. Что, друзья мои, есть у нас опять из прохода долбанула щучечка. И, по-моему, или нацепляла на себя травы. Да нет, идет. Я надеюсь, видно он ее. Подниму сейчас. Нет, наверное, в камеру будет не видно. Но неплохая такая тоже щучка. Вот она. Замечательный. Тоже экземплярчик. И вот мы ее взяли на берег. Прекрасная щучка. Вот такая. Килограмм не смело. Возможно, даже побольше. Воблер у нас соблазнил ее Визард 150 размера, плавающая версия. Отличная летняя щучка. Ну вот она, друзья, такая вот неплохая щучка. И главное, что интересно, размер воблера 150. Атака произошла опять с протоки, вход в яму или выход из нее, скорее всего. И оттуда, из кустов, как бы из-за обратки, произошла атака. Вот она, прелесть. Ну все, друзья, завершаю я рыбалочку свою. Итак, час 20 провел вместо часа. Ну что, на 150-й воблер нормально клюет. Ну что, всем пока, до следующих рыбалок.